говорите, что вы как мирный человек, что вы ненавидите войну. Но каждый день, как мои коллеги уже говорили, люди умирают в Украине. Какую роль вы именно готовы играть, чтобы прекратить эту войну? Говорят на Западе, что, может быть, вы имеете, как вы можете иметь влияние на президента Путина, чтобы убедить его прекратить войну. Я вам скажу так. Вот Владимира Владимировича Путина я могу в чем-то убедить. А вашего Байдена вот в ближайшее время увидим. Если он не приедет сюда, в Минск, это на полном серьезе я говорю, значит, вы хотите войны. Видите, я на президента Путина гарантирую вам, повлияю, он прилетит в Минск для того, чтобы мы сели втроем и подумали, что делать. А может, если Байден захочет, и Зеленский сюда прилетит. Мы с россиянами обеспечим его спокойный перелет в Беларусь. 40 минут, и он здесь, с Киева до Минска. Вот мое влияние. Вот я могу повлиять в данном случае так, что завтра война приостановится. Я могу сделать только то, что захочет Путин и Зеленский. Но в данном случае без Америки никуда. Вот если три президента увидят меня хотя бы на горизонте решение этой проблемы, я готов сделать все.